В армянском обществе есть понимание, что новая война принесет им еще больше горя и проблем, поскольку Армения просто не готова ни с моральной, ни с технической стороны воевать против Азербайджана. Как передает Ахар Ас, об этом пишет армянское издание Armenian Report. У Армении нет даже начальника генштаба, чтобы вести войну. Поэтому в армянском обществе имеется мощный запрос на то, чтобы Пашинян при посредничестве Брюсселя продолжал переговоры с Алиевым. Издание отмечает: в Армении люди отчетливо понимают, что Баку в сложившейся ситуации может в течение нескольких дней войти вплоть до Еревана. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.